одаренные. Я читал твое дело. Ты нажила себе немало проблем. Можешь не верить, но я хочу тебе помочь. Представь, что ты едешь в машине, высунув руку в окно, и как бы направляешь потоки воздуха. Я могу перемещать потоки воздуха, воды и прочего. Кто научил тебя плавать? Ты. И этому научил. Что? Чума! Спасибо, что нашли время. Не за что. Я так понимаю, у вас вопросы по поводу сына? Энди раньше ничего от нас не скрывал, но мы считаем, что его притесняют. Кто это у нас тут? Нет, нет, нет! Какой приговор на этот раз? Я псих? Или отсталый? Режиссер Брайан Сингер. Мы по поводу Эндрю и Лорен. Вы в курсе, что в школе вечером произошел инцидент? Пустите! Я бы хотел их видеть. Я их никуда не пущу. Речь идет об общественной безопасности. Что это? Лорен, бежим! Энди! Осенью. Слышал про случай с мутантами? Это мои дети. Помогите им. Почему не сказали про способности? Папа таких, как мы, в тюрьму сажает. Когда речь о твоих детях, правила меняются. То, что их разделило, на свете нет ничего важнее моей семьи. Люди Икс, братство, мы даже не знаем, существуют ли они. Теперь их объединит. Советую подумать о благе вашей семьи. Что делать? Что-нибудь придумаем. Быстрей! Бегите, живо! Да, это тяжелое бремя. А еще это великий дар. Одаренные. Я хочу знать о Лорне. Я расскажу все, что мне известно. Когда моя семья будет в безопасности?